Привет, друзья! С вами Пуша. И я заметил, что на видео, в которых появляется Той Пудель и Милли, собирается очень много лайков. Так что, вот Той Пудель, я жду от вас лайков. Надо нажимать на лайк сразу же, как только вы включаете какое-либо видео. Ладно, шучу, под другими видео ставить лайк не обязательно, но под моими 100%. Ребята, сейчас, как вы видите, за столом у нас сидит трое участников. Всем известный уже Фома, Снежана, которая дважды застревала в автоматах, и... один ноунейм, Саша Герасев, ну ладно. Сейчас, ребят, снова будет шанс как-то распорядиться моими деньгами. Я заметил, что вы все очень сильно любите рубрику «Я куплю тебе все». Так вот, сейчас я ребятам буду покупать все, что они напишут. Казалось бы, блин, можно написать вообще все, что угодно. Можно написать там, к примеру, «Машина, я куплю машину». Можно написать там «Дом, я куплю дом». Но нет, все гораздо сложнее. Вы наверняка, ребята, знаете игру под названием «Эрудит», где нужно из вот таких вот кубиков собирать разные слова. Мы сейчас будем играть в что-то наподобие эрудита. Ребята до сего момента не знали, что их ждет. Смотрите, вот, у меня есть много вот таких вот кубиков. Они будут все перевернуты, вы не будете видеть, что это за буковки. У каждого из вас будет 3 попытки собрать какое-либо слово, то есть в теории, если все будет хорошо, я вам куплю каждому по 3 какие-либо вещи. Но буквы вам будут выпадать рандомно, и количество букв, которое вам будет выпадать, тоже будет определяться рандомно с помощью приложения на телефоне. Я сейчас забью в рандомайзер и, соответственно, будем рандомно все выбирать. Погнали, давайте. В общем, мы начинаем. Начинаем с Влада. Так, посмотрим, сколько в итоге тебе букв выпадет. Нормально, нормально. Дохера, будет дохера просто. Да ладно. Машина, девятка. Стой, стой, подожди. Девятка. 21 буква. Двадцать. Еще одна. Давай тут. Все, и можешь переворачивать. Пока что-то тут не густо, на самом деле. Да нет, ты можешь, да, на... поверь, это кажется. Давай сейчас тут Той и забираешь пуделя. Теперь тебе из этого нужно что-нибудь придумать и составить. Да тут дофига слов. Да, тут можно вообще очень много слов. Надо все расставить, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Сука. Сука. Да, кстати. Блин, да это все у тебя не сложнее. Влад что-то уже очень долго думает, поэтому мы коллективно решили ограничить время, чтобы не затягивать этот ролик, и у каждого будет на одно слово по 5 минут. Лучше я не нашел, конечно. Ребятки, а вы смотрите и пишите в комментариях, какое бы вы слово составили в той или иной ситуации, потому что я уверен, что сейчас многие будут упускать какие-то очень хорошие возможности. Так, у нас получилось слово «досуг». Получается, что ты выберешь какой-то вид досуга, и мы сегодня тебе его организуем, правильно? В сауне. Ну, хорошо. Я догадываюсь, что он выберет, конечно, да. Следующая твоя попытка. Это мы все переворачиваем. Три буквы. Можно, ну да, все равно что-то можно собрать. Выбирай рандомные 3 буквы. Ладно, мне кажется, что это очевидно минус. Девятнадцать. Будет 20, смотри. 19. А, все-таки 19. 19 тоже неплохо, давай тащи 19. Мак, бух, мак. Да, ни на одну букву больше я не отдам. Да ё-моё, что за букву О, блин? О, блин, ты можешь, кстати, составить... 4 О! Ок. Да опять О! Ещё одного, серьезно, чувак? Чё за бред? Кукулсклан. Кепка. Ребята, какое слово можно составить с таким огромным количеством букв О? В каком слове есть сразу 5 букв О? Напишите в комментарии, если вы знаете, конечно, такое слово. Мне кажется, такого не существует. Все, созрел. У тебя как раз уже время закончилось. Давай. Я, короче, посчитал. Но тут 2 слова, как бы очевидно. Ну, помимо танка. Танк меня никто не купит. Декор и покер. Декор и покер. Декор и мне нахрен не нужен. Я азартный чувак, я на ставках, мне нужен покер. Серьезно, ты соберешь покер? Да. Покерный набор, с пацанами буду играть. Вдвоем мне интересно, мы еще других пацанов позовем. Ну отлично, меня не забудь позвать. Покер! Все, круто. Погнали, короче, по пути выберем. Погнали. Крутой набор для покера.
Че, дальше мы идем за досугом? Ты уже придумал какой досуг? Досуг развлечения. Я хочу самый большой бургер, который здесь есть в этом ТЦ. Я буду его жрать. Ты серьезно? Да. Это твой любимый досуг, жрать огромный бургер? Хозяин, барин. Короче, ребят, в торговом центре, в который мы пришли, не оказалось Бургер Кинга. Соответственно, мы не смогли купить большой бургер, добавить туда огромное количество котлет, потому что в других фастфудах такой функции нет. И что мы решили сделать? Мы решили купить три бургера в Макдональдсе. Раз, Биг Тейсти, Чикен Гурме и двойной Роял Чизбургер. И соединить их в один. Тем самым мы удовлетворим досуг Фомы. Вот это бургер, ребята, посмотрите. Да, слушай, хорошо ты досуг проводишь. Если ты реально каждый раз так делаешь, то я тебе завидую. Так и до инфаркта недалеко. Да, нормально, вкусно. Короче, я уверен, что половину наших зрителей лучше не показывать целиком всю эту картину, иначе у них слюни вообще растекутся по всему столу. Поэтому пока Фома проводит свой досуг, мы приступим к следующему участию. Так, все, мы переходим к Снежане. Выбираем, сколько тебе выпадет букв в этом раунде. А теперь выбираем рулетку. Крутить и нажимай еще раз. 29, 30. 29. Офигеть, почти все буквы алфавита. Она сейчас точно меня разорит. Боже. Ребята, а пока Снежана собирает слово, обратите внимание на цвет моей кофты. Вот этот цвет я просто терпеть не могу. Потому что когда кнопка под этим видео горит этим цветом, это значит, что вы на меня не подписаны. Нужно обязательно нажать на эту дурацкую кнопку, чтобы она превратилась в божественную серую кнопку. Ребята, если вы это еще не сделали, обязательно сделайте. Мое видео смотрят практически все люди без подписки. Как такое вообще может быть? Вы же можете подписаться, поставить колокольчик и получать оповещения о моих видео самыми первыми. И самыми первыми писать комментарии, ставить лайки. И я это все буду видеть и... Всем будет хорошо, дружно и круто. Так что, если ты до сих пор не подписан на канал, пожалуйста, подпишись. Я стараюсь только ради вас, и это лучшая благодарность для меня. Ребята, Снежана таки собрала слово. Все, давай. Точнее, она придумала, пока что не собрала, давай собирай. Духи мне надо. Ты хочешь духи, да? Это твой окончательный выбор, правильно? Да. Все, да. Отлично, значит, это будут духи. Ребята, короче, я заметил, что из этих букв можно было собрать слово «машина». Реально, машина. Снежана могла собрать машину, но не заметила этого. Капец. Ну ладно, хорошо, пускай будут духи. Машина не нужна, наверное. Ну, ты водить-то умеешь вообще? Есть права? Нет. Ну, значит, для тебя лучше даже духи будут. Только первая попытка и уже духи. Серьезно, всего лишь две буквы. А могло бы быть 30. Так, давай вот эти сначала все соберем и перемешаем. А что на две буквы-то можешь сделать? Ну, не знаю, щи. Йод. А, йод, нет. Ум. Так, К, ГК. Гражданский кодекс. Гражданский кодекс? Хочешь, я тебе возьму гражданский кодекс? Если хочешь, пускай это будет именно эта аббревиатура. Окей? Все, у Снежаны считайте, что уже есть духи, гражданский кодекс. И последняя попытка. Да, отлично. Набор юной леди. Дай плюс. Офигеть, как тебе везет, Снежана. 29 букв. Меня сегодня разоряют, просто разоряют, капец. Короче, у меня получилось тут либо колье, либо велик. Либо колье, либо велик. И ты пытаешься определиться, что тебе больше нужно. Да. Но учитывая то, что у тебя уже закончилось время, тебе определенно нужно уже что-то выбирать. На счет три. Давай, на счет три. Раз, два. Три. Велик. Я велик. Буду худой, ну, и красивый. Все, хорошо, пускай это будет. Сейчас велик. Лето, хорошая погода, правильно выберешь. Ах, разоряют меня, разоряют. У Снежаны, значит, будет целых три покупки. Это духи и велик. Ну все, тогда погнали. Это Гражданский кодекс Российской Федерации. Погнали пробивать.
такой, я крутой теперь. Так, все-таки ты решила вот этот вот дорогой Yves Saint Laurent, да? А сколько стоит? Ну, вот который стоит 8890. Если мы найдем, да, если мы найдем карту, то будет стоить... А, маленький? А, отлично. Спасибо. Спасибо, что так на ваши деньги. Ну, 5227 рублей за водичку, блин. Я никогда не понимал смысл духов. Я всегда брал себе обычный Desik Axe за 200 рублей. Обычный, да. И все. Остался только велик, правильно? Идем в спортмастер. Ребята, все, мы подобрали Снежане велосипед. Точнее, она сама себе его подобрала. Что, собственно, все, мы его оплачиваем, и ты уезжаешь, да? Ладно, все, давай. Так. Я прокачусь по нему первый. Я хочу первый его затестить. Итак, очередь переходит к участнику, с которым у нас в последнее время непростые, достаточно напряженные отношения. Мне кажется, он в очередной раз сейчас меня будет разорять, и фортуна, как обычно, будет исключительно на его стороне, конечно же. Давай, крути барабан. Давай, посмотрим. Не будем тянуть. 4, 25 бум. 24. Ну ладно, 24. Сейчас соберет какую-нибудь виллу, блин, или что-нибудь. Давай. Вот слов, но подсказывать тебе не буду. Подожди, я чуть подальше, я не тебя. Так, время тем временем подходит к концу, и Саша до сих пор не определился с тем, что же ему собирать. Я как понимаю, ты не определился, да? Но тебе уже нужно определяться, иначе раунд вообще не будет засчитан. Так что хоть что-нибудь уже давай собери. Я понимаю, что это понос, сложно, но... Понос, говорю, нашел понос. Ну ладно, я метаюсь между бананом и носком. Чем? Носком? Носок? Но там будет только один носок. Слово ксерокс, только без буквы R. Это так не работает, чувак. Ну ладно, я, наверное, возьму, чтобы так разминочный, возьму. Все будут писать, что лох, но я возьму просто банан. Ну бери банан, давай. Давай. Следующий будет огурец. Банан. Отлично. Хороший прикид, давай. Я перемешиваю банан. Нет! Да! Да! Что ты так откровенно радуешься, эта скотина? Три буквы. Ну почему? У ребят нормально такой, о, как может, жаль! А у меня три сразу. А может у тебя сейчас выпадет BMW? Давай, вытягивай три буквы. Может реально сейчас Б выпадет тебе или что-нибудь в этом роде. Там было буква Б. Е. А. Ауе. Тут должна была быть буква А. Ну ладно. Тут пел. Ладно. Ничего, я думаю, из этого не катит. Поэтому можешь сразу кликать еще разок. Я уверен, что в третий раз тебе повезет. Давай. Шесть, капец. Да, 26. 26 букв. Супер. Да, все-таки Саша меня походу разорит. Да, слушай, тут... Много О, чем буква О. Офигеть. О, это мои буквы О. Твои буквы О. Офигеть. А, вот, Машина получается. Да, серьезно? Да, зачем ты ему подсказала? Машина да получается? Ты гонишь. Это не Ш, это Е. Это Е, это буква Е. А, вот, ага. А Ш все равно есть. Капец, да ладно. Где? А, вот. Блин, да ну нафиг. Еще одна А есть? Еще одна А нету. Блин. Да ладно, серьезно. Зато я вижу кое-что другое, братан. БМВ? БМВ. Че, ГК работает, БМВ тоже работает. А я могу другую какую-нибудь аббревиатуру. Надо, чтобы понятно было, что это автомобиль. Ты должен собрать типа авто, БМВ. У тебя и авто тоже собирается, да? Это вполне. Авто. Серьезно? Скажи, авто, БМВ. Капец. Да, все. Ну, это автомобиль не получается, но... Ты дальше думать даже не будешь, ну, это как два слова. Подожди, ну дай, можешь подумать еще, дай, подожди. Не коробь, может, у нас тут вертолет сейчас будет вообще.
Серьезно, Сань, ты хочешь, чтобы я тебе купил BMW? Я вот так оставляю, мне нравится. Тебе... Именно куплю, не как в прошлый раз аренда, а именно куплю. Тебе было недостаточно в названии всех же предыдущих куплю. Разорений. По-моему, нормально. Хорошо, хорошо, ладно, я тебе куплю BMW, погнали. Погнали. Так, какой тебе? Вот такой пойдет с трещинкой? Нет, нормальный. Так, нормальный банан тебе нужен, да? Ой, какие-то ну, тут все такие оставшиеся. Да, они все уже такие оставшиеся. Ну вот, вот, возьми вот этот, вот хороший. Да вот хороший. Да посмотри. О, блин. Нет, ага. Возьми, вот, я нормальный все нашел. Какой там номер? Еееей! 15 рублей! Поздравляю! Спасибо, спасибо. Какой-то гнилой банан мне еще дал. Да он просто залежался, на самом деле. Короче, Артем сказал, что ждать его на улице, что он сейчас якобы приедет на машине, не знаю, подарит мне машину. И дело в том, что у меня есть основания верить ему, потому что в прошлый раз, насколько вы помните, он мне подарил Porsche. Правда, подарил как бы на день всего, но подарил реально, я на нем катался, это было охренительно. Если он даже так это сделает, то это будет охерительно. Но я думаю, что, возможно, сейчас приедет просто на какой-то супер-пупер старый BMW и подарит мне его. Ну, посмотрим, ну, что. Такие, знаешь, 90-х. Да. Все, сказал, недолго подождать, так что сейчас ждем, что. Ну. От моего Соляриса. А вот это тебе. BMW i8. Ну, понятно, я так и знал. На пульте управления, что. Зацените, какую мне бэху подогнал. Между прочим, косарь стоит. Ну, крутая, крутая. Бэха крутая. Ну вот. Теперь как уже, как а неожиданно. А ты чего ожидал? Ну, нет, честно. Нет, я честно. Что я тебе нет, я думал, это я думал... тебе моя мстя за прошлый ролик. Да, не, я думал, я если думал... вы не смотрели, посмотрите обязательно прошлый ролик. Вот я ему отомстил сейчас. Мой? Ну, а чей, не мой же? Ну, я бы на своем канале ссылка... такое говно бы не снимал. Ссылка в описании, спасибо. Нет, ну, спасибо все равно. Я предполагал, что, возможно, это будет очень-очень старая BMW. Но я даже не знаю, что лучше, вот это или это. Может, разыграешь среди подписчиков, если хочешь? Ну, если тебе она не нужна, то могу. На самом деле, мы просто среди подписчиков сейчас разыграем. Если ты не против, я тогда в комментариях. Просто пишите любой комментарий, и я рандомно кого-нибудь выберу, кому-нибудь подарю. И вот подписка эту... на канал обязательно. BMW i8. Нет, подписка на канал, это вообще как само собой. Не, ну, как все бы, подписчики, нет, я думаю, типа, все прекрасно знают, что надо подписаться. Ну да, я все как бы... умные подписчики, это они уже подписаны, все в принципе. Знают, а кто не подписан, тот, ну, поучаствовать не сможет. И в других нормальных конкурсах и розыгрышах поучаствовать не сможешь, потому что все конкурсы и розыгрыши проводятся только у людей с подпиской. Напоминаю, ребята, что вы должны поставить 50 тысяч лайков для того, чтобы вышло продолжение, и еще вы должны поставить 50 тысяч лайков, потому что никто в интернете еще никогда не разыгрывал BMW i8. А я разыгрываю вот прямо она, сейчас, вот она, вот в этих комментариях, под этим роликом. Ребята, надеюсь, вам понравилось видео, надеюсь, все остались довольны, кроме тебя, ты, понятно, как обычно, недоволен. Подписывайтесь на канал, ребята, жмите лайки, ставьте колокольчики и пишите комментарии. Для следующего видео из рубрики «Я куплю тебе все» мне нужно будет двое подписчиков. Одного я выберу из подписчиков моего инстаграма, а второго из комментариев под этим видео. Так что пишите комментарии, ставьте ролику лайки, подписывайтесь на канал. Участвуйте в конкурсе! Участвуйте в конкурсе! Всем пока-пока!